Праздник в течение 3 дней может позволить себе лишь дама солидного возраста. Свой 432-й день рождения Самара отметила весело, ярко и масштабно. 3 дня горожане слушали хорошую музыку, пели песни, танцевали, принимали участие в парадах и марафонах, сделали 1 000 000 фотографий и провели незабываемые выходные. Это все подарок жителям и гостям города от администрации Самары. Вечер пятницы был полностью посвящен музыке. В амфитеатре на склоне площади Славы с большим успехом прошел музыкальный фестиваль от классики до джаза. Мы играем не только классику, и в этом есть наша особенность. Мы играем и джаз, и даже рок, поэтому сегодня вот мы такую ретроспективу музыкального искусства представим нашей публике. Мы именно и сыграем от классики, особенно русской классики, которую мы бесконечно любим и которой гордимся, потому что это лучшая музыка на Земле. Со сцены звучали инструментальные произведения, известные партии и композиции в исполнении гостей фестиваля и молодых самарских талантов. Главный сюрприз вечера – невероятное шоу грузинской певицы Нино Катамадзе и группы «Инсайт». С днем города, с днем рождения, Самара. Живите долго, творите только добро и расцветайтесь. Музыкой и танцами запомнился и субботний день. День дружбы народов 4-й раз отметили праздничным концертом, вкусными угощениями и ярмаркой. На одной большой площадке собрались 157 национальностей и все со своей историей и культурой. А тем временем над речной волной на Самарской набережной по Струковским садам открывали еще один арт-объект – скульптурную композицию «Клен». Открывается скульптурная композиция «Клен» в честь знаменитой песни вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Песня, ставшая хитом, была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года. В это время группа работала в Куйбышевской филармонии. «Синюю птицу» любят не только в нашем городе, а легендарный «Клен» знает наизусть не одно поколение самарцев. Я достаточно долго ей увлекаюсь. У меня полное собрание всех винилов, естественно, всей группы «Синяя птица». И когда я услышал, что открывается памятник, посвященный главной ее песне, которая вышла здесь, в Куйбышеве, в феврале 1976 года, то, естественно, я не мог не пропустить это событие. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Звучали песни и в районе поющих фонтанов. Фестиваль студентов собрал почти 6 тысяч учащихся со всего региона. Заслуженные награды из рук губернатора получили победители конкурса «Молодой ученый». Студентка политеха Елена Салдусова доказала, что в научной деятельности ей помогают и ум, и красота. Я выхожу, рассказываю про свой проект. Ну, жюри обычно думают, то, что как-то кто-то за меня сделал, что там не сама я все это делаю. Начинают мне задавать много вопросов, я спокойно на них отвечаю, все им объясняю, рассказываю, они удивляются и дают первые места в итоге. Вдоль набережной растянулись палатки, шатры и даже небольшой аэродром. Свои инновационные разработки и успехи представили 17 ведущих вузов области. Научная, творческая и спортивная молодежь приняла участие в параде спорта. Та
Также дружно горожане приходили и на площадь Куйбышева, чтобы провести субботний вечер в приятной компании старых друзей. Виа, добрые молодцы, здравствуй, песня, Отто Ван и самарского коллектива «Синяя птица». Хотелось бы еще упомянуть все-таки тех людей, которые принимали участие в записи этой песни в 1975 году. Особенно Сергея Дроздова. Так уж случилось, что его нет с нами. Вот. А так мне хочется всех поздравить с этим замечательным праздником. И уже при свете звезд жители и гости Самары смогли оценить еще один подарок ко дню рождения любимого города. Знаменитая ракетоноситель «Союз-М» заиграла новыми цветами. Космический масштаб. 53 светильника, 500 светодиодов теперь освещают достопримечательность со всех сторон. Красиво, настоящее. Это просто вот смотришь и удивляешься, как хорошо сделано, как все это меняется, тона вот эти все, как это, ну, как настоящий пуск идет. Мне очень понравилось, очень даже. Воскресное праздничное утро началось с возложения цветов к памятнику основателю Самары, князю Григорию Засекину. На полевой спуск к монументу воеводе пришли сотни самарцев. Среди них почетные граждане, духовенство, первые лица города и области. Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провел церемонию освящения памятника. Сейчас Самара действительно развивается. И чемпионат мира показал, как многое мы с вами можем сделать вместе. Самое главное – просто ответственно относиться к тому фронту работ, который нам доверен. Я вас всех поздравляю с Днем города. Я желаю всем мира, благополучия, счастья в семье. С праздником, дорогие друзья! Ну а далее праздник продолжился на улицах города, в скверах и парках. Струковский сад на один день объявили территорией молодежной культуры и спорта. Интерактивные площадки, соревнования по скейтбордингу, творческие мастерские, выставки, выступления музыкантов и КВН-марафон. Со сцены шутили студенческие и школьные команды. Где смех, где шутки? Слышно только, как у этого в животе ворчит. Это кто? Это мышка, которая будет тянуть. Моя сестренка Катенька. Горожане с удовольствием фотографировались на фоне необычных фотозон и арт-объектов. Ну а ближе к вечеру праздник переместился в сердце города, на площадь Куйбышева. С днем рождения, Самара! В Самаре я, будем говорить, очень давно. И дети мои в Самаре родились, внуки в Самаре родились. Вот он один из них. Самара самый красивый город, будем говорить, России. Самару с днем рождения. Город растет, становится более красивым. Очень много иностранцев приезжает. Хотелось бы, чтобы дальше все это продолжалось, на самом деле, не останавливалось. Темпы хорошие у развития города, поэтому очень люблю Самара! Все, что построили в Самаре, все, всем этим я горжусь. Ты бы хотел жить в Самаре и дальше, и вырасти, и работать? Да, я хотела бы. Тут хорошо растить семью, хорошо работать. А ты чего хотела бы сказать нашим? Я хотела, чтобы Самара еще больше была. И красивая. Да, самая-самая. В праздничном концерте принимали участие самарские коллективы «Фрутбокс», «Волны», «Чиз Пипл» и столичные гости группы «Моя Мишель» и «Би-2». Рокеры устроили настоящее световое и видеошоу. Самара, спасибо, с праздником вас!
лучший город на земле. С днем рождения, дорогие земляки! Желаю вам счастья, вдохновения и вечного движения вперед! Это наш день! Это наш праздник! С днем города вас, дорогие мои! Спасибо, что вы есть! Спасибо, что в городе такие энергичные, талантливые, такие разные, но такие любящие свой город люди! С днем рождения, дорогие мои! С праздником! С днем города! Любимый город! И ближе к ночи небо над городом раскрасил грандиозный салют. 432 огненных цветка насчитали самые внимательные самарцы.